Екатерина Сметанина, я индивидуальный предприниматель. Чуть громче сейчас поставлю. Так лучше слышно? Да, хорошо. Я индивидуальный предприниматель и участник проекта «Территория роста». И перед тем, как, наверное, начать, хотелось бы узнать, в какой категории мы сегодня работаем. Отметьте, пожалуйста, в чате, если у нас сегодня новички, поставьте единичку, кто сегодня на встрече впервые. Есть тут первый раз, хорошо. Итак, будем тогда начинать. Вначале, наверное, расскажу немножечко о себе. До компании Oriflame я работала начальником почтового отделения. И, в принципе, наверное, как у многих мечтах, когда еще училась в школе, была мечта скорее пойти учиться в институт, чтобы уже была стипендия, чтобы были какие-то первые деньги, и можно было какие-то осуществлять свои мелкие мечты. Но когда мы приходим учиться в институт, в колледж, мы понимаем, что этих денег не хватает. Я думаю, если есть у нас сегодня студенты, они, наверное, согласятся поставить плюсики, что этих денег не хватает практически ни для чего. И хочется быстрее пойти работать, найти хорошо оплачиваемую работу, для того, чтобы осуществлять свои мечты, достигать своих целей и путешествовать, и отдыхать. Но, к сожалению, когда мы приходим на работу, то опять же мы понимаем, что тех денег, которые у нас есть, которые мы зарабатываем, которые нам предлагают наши наниматели, их не хватает вообще ни для чего. И для меня это тоже было очень таким вопросом, потому что на тот момент у меня уже была семья, двое деток, и хотелось и развиваться, и осуществить все мечты, которые у меня есть. И действительно, работа, если до работы нет ничего, то когда есть работа, особенно я работала начальником почтового отделения, 25-26 лет я уже была начальником, и я понимала, что, в принципе, это практически потолок. Да, это уже такая наемная работа, тоже своеобразная такая пирамида, что есть один директор предприятия, его заместители и так далее, и ты понимаешь, что роста, в принципе, ну, не так много, да, возможности карьерного роста. И когда есть работа, особенно управляющая, да, когда у тебя есть люди в подчинении, ты понимаешь, что иногда нет ничего, да еще и дергаешься глаз. И действительно, когда мы работаем на основной работе, на наемной работе, у нас с вами как рутина. У нас работа, дом, сон, дорога на работу, и так идет изо дня в день. Мы все время думаем, когда же будет выходной, мы все время думаем, когда же будет отпуск. И действительно, этот круговорот, и в итоге уже понимаю, что уже не за горами и пенсия, которая тоже ничего нам не дает. Я понимаю, что на наемной работе есть потолок. Есть должностные инструкции, и нет, в принципе, никаких возможностей активно дальше развиваться. И тогда действительно стал вопрос открыть свой бизнес. Но как и для многих, есть огромный страх, потому что не знаю законодательства в полной степени, но хотя этому можно научиться. Но кроме того, конечно, страх того, что для того, чтобы открыть свой бизнес, нужно вложение. Нужно как минимум 10-20 там, условных единиц для того, чтобы открыть свой бизнес, начать его развивать, и не факт, что он будет расти дальше. И действительно стал вопрос того, чтобы начать свой бизнес, и действительно тогда я познакомилась с компанией Oriflame. Цель любого бизнеса – получить время и деньги. Почему именно Oriflame? Наверное, на тот момент я увидела те возможности, которые есть в компании. То, что нет потолка ни в личном развитии, нет потолка возможностей, которые можно здесь получить. И кроме того, мы сами, все, кто приходит в компанию, мы сами развиваемся. У вас есть выбор, у вас есть возможность реализовать свои мечты, машины, квартиры и просто получить свободу в своих действиях и своих желаниях. Вы сами определяете, с кем вы хотите работать, вы сами определяете, в какое время вы хотите делать, работать, уделять время работе, да? Где вы работаете дома, либо вы работаете в офисе. Вы сами определяете коллектив, тот круг людей, с которыми будете работать, в отличие от наемной работы. И, конечно же, именно здесь для меня было очень важно, что это за компания, с которой я буду сотрудничать дальше, с которой я буду работать. И действительно, один из факторов, который для меня был большим плюсом, это то, что именно компания Oriflame, сетевые компании, компания прямых продаж, здесь нет огромного количества посредников, и поэтому, во-первых, мы имеем качественную продукцию. Кроме того, конечно же, цены, может быть, они и не дешевле, чем в магазине, но мы знаем, что вложено в цену этого продукта, который мы с вами приобретаем. Ну и, конечно, продукция, которая идет напрямую от производителя, она защищена от подделок. И если
Я собиралась работать в компании, которая предлагает продукцию своим знакомым, для своей семьи. Мне хотелось, чтобы эта продукция была высокого качества, и мне было не стыдно за тот продукт, который я могу предложить. А почему еще Oriflame? Конечно же, это крупнейшая косметическая компания прямых продаж в Европе. А представительство более чем в 62 странах, и для меня было очень важно, того, чтобы компания у нас в Беларуси работала официально. Более 3,6 миллиона консультантов по всему миру, да? Свои фабрики, свои заводы. Огромный ассортимент продукции, более 1000 единиц. Продукция не тестируется на животных. Тоже для меня было очень интересно и важно, потому что действительно хочется, чтобы, если мы гордимся продукцией, гордимся компанией, то есть в полном мире. В год выпускается больше 100 миллионов каталогов на 35 языках. И, конечно же, уже не один год компания Oriflame является выбором года, брендом года. Огромное количество женщин в странах СНГ, Беларуси, России, да, выбирают именно продукцию компании Oriflame. Конечно же, самым важным аспектом был и ассортимент. Хотелось, чтобы это был продукт ежедневного спроса, чтобы он никогда не заканчивался, чтобы людям постоянно он нужен был и мог решить их какие-то проблемы, да, сделать девушек, женщин, мужчин еще более красивыми, здоровыми. И ассортимент продукции, он действительно, ассортимент продукции, он действительно очень разнообразен. Здесь есть средства и по уходу за телом и волосами, уход за лицом, декоративная косметика, аксессуары, ароматы, огромное портфолио в компании, краски для волос и, конечно же, продукция Wellness. Продукция Wellness не сразу появилась официально в Беларуси, но действительно мы уже заранее любили этот продукт, потому что видели результат использования ее нашими вышестоящими спонсорами. И это такой огромный тоже ассортимент продукции для мужчин, для женщин, для деток. И тоже для меня было очень важно, что имеется такая сертификация. И вы знаете, я даже в конце поставила еще один сертификат, я думаю, вы о нем уже знаете, еще один значок, то есть это я сама придумала, конечно. 7 ноября 2015 года, я думаю, вы знаете, состоялась ежегодная премия «Здоровое питание», и компания Oriflame была удостоена престижной награды, победив в номинации «Лучшая компания-производитель категории витамины и БАД». И, конечно, тем самым она подтвердила статус компании, которая производит качественную продукцию. Это действительно наша гордость, то есть у нас огромный ассортимент продукции, и компания позволяет нам быть не только красивыми снаружи, но и изнутри. И действительно, работая в компании офлайн до интернет-проекта, я достигла уровня старший менеджер, да, в этом звании директор нахожусь сейчас, но, вы знаете, наверное, огромное или главное качество лидера – это гибкость, возможность изменяться, потому что сейчас наш информационный век, да, не стоит на месте, и действительно интернет очень бурно вошел в, скажем так, в двери, окна, наверное, всех людей во всем мире, и действительно мы используем интернет по-разному. Если не сложно, ответьте, пожалуйста, в чате, кто как использует интернет сейчас, на данный момент. Кто-то оплачивает только коммунальные платежи, кто-то использует для общения в социальных сетях, кто-то для работы, кто-то использует просто для игр, да, то есть у всех разная возможность использования именно интернета. И я очень рада, что мы могли в сочетании с компанией Oriflame создать такую потрясающую базу, чтобы работать в интернете. Конечно, огромное спасибо за это нашим основателям проекта, да, о них тоже сегодня поговорим немножечко позже. И что же это за проект, что он может дать именно вам, и почему действительно развитие в этом проекте дает очень классный старт, классную мотивацию для работы, для достижения своих целей и имидж. В чем же суть бизнеса? Конечно же, идея бизнеса в том, что у вас, у каждого, кто захочет с нами, ну, сотрудничать именно с проектом, есть свой интернет-магазин. Но важно помнить, что главное не просто свой интернет-магазин, а нужно создавать сеть. Неважно, какой это вообще, вы, даже если вы открывали бизнес традиционный, то не просто один магазин, там, одна парикмахерская, либо там, одна кондитерская, нужно, чтобы была сеть магазинов, сеть кондитерских, сеть парикмахерских. И то же самое и в нашем бизнесе должна быть сеть, потому что именно такая, каждая такая сеть, каждая такая структура дает возможность вам получения дохода, дает потрясающую команду лидеров и растущий доход. В чем же заключается работа? Что нужно делать? Самое главное, таких вот три основных пунктика, которые я выделила, которые необходимо
Знаете, когда я работала на основной работе, на наемной работе, да, то, в принципе, на обучение, даже на прочтение книг не хватало особо времени. Нормированный рабочий день, с утра до вечера ты на работе, вечером приходишь уставший, и некогда даже было почитать, то сейчас я очень рада, что есть возможность развиваться личностно. А обучение действительно приводит к тому, что вы где-то по-другому смотрите на какие-то вещи, активнее развиваетесь, да, потому что стоять на месте сегодня тоже невозможно. О всех этих пунктах мы немножечко еще поговорим подробнее, да. Второй пункт – это организовать свой личный товарооборот. И здесь, наверное, большая такая рекомендация – начинать с себя. Потому что товарооборота группы не будет, если не вы начнете организовать свой личный товарооборот. И третье – это организовать поток людей, рассказывая им о всех возможностях компании. И давайте, наверное, подробнее разберем каждый из пунктов. Первое – это обучение. У нас в нашем проекте обучение проходит бесплатно. И обучение должно быть в вашем графике, в вашем планировании вашего роста ежедневно. Обучение проходит бесплатно. И я думаю, каждого вашего спонсора, человек, который пригласил вас сегодня на вебинар, либо в проект, есть вот такой график именно онлайн-обучения, где вы можете посещать бесплатно. И, конечно, кто-то скажет, может быть, очень много обучения. Но вы можете вначале просто выбрать тот аспект, который вы считаете у вас хромает. Спонсор, который вас пригласил, он действительно подскажет вам, какое обучение вам сейчас необходимо. Но если вы хотите чего-то еще большего, если вы не получаете у вас личный товарооборот, посмотрите вебинары, которые помогут вам это сделать. Такой вот, как был сегодня в 7 часов, да, декоративная косметика. Не до 150 баллов легко. И если вам не хватает знаний о том, как рекрутировать, как приглашать людей, значит, посмотрите вебинары о работе через соцсети или доски объявлений и так далее. Вебинары проходят бесплатно, поэтому планируйте ежедневно в своем ежедневнике именно посещение обучения. Следующий пунктик – это личный товарооборот и товарооборот группы. И вы знаете, здесь совсем просто, нужно просто поменять обычный магазин, который выходит или выходили раньше, да, каждый день, на именно ваш онлайн-магазин компании Oriflame. Почему это для вас выгодно и почему это действительно нужно сделать? Во-первых, потому что и вы, и все люди, которые приходят, на которых вы будете открывать интернет-магазин, они имеют постоянную скидочку 20%, которая начинает у вас начисляться с первого заказа, и она не зависит от того, какое количество продуктов вы заказали. То есть человек получает качественный продукт напрямую от производителя и действительно по хорошей цене. Кроме того, вам начисляется скидочка от компании уже даже за свои личные продажи. Мы об этом тоже немножко позже поговорим. То есть уже размещая заказы даже для себя, для своей семьи, вы имеете возможность получать скидку от компании на свой номер. И, конечно же, что сложного, я думаю, что каждый из вас, кто сегодня присутствует здесь, моются и будут мыться, и кроме того, моются ваши знакомые, родные, близкие. Я думаю, никто сегодня ни утром не ушел с непочищенными зубами, да, не умытым лицом или головой и так далее. Поэтому это продукты, которые нужны каждый день. Ну и, конечно, в помощь дается действительно потрясающий сайт компании, который был разработан в Чехии. И, знаете, компания действительно классная программистка, потому что не стоит на месте работа с сайтом, постоянно что-то новое внедряется, интересное, как сейчас внедряется предупреждение о том, да, можно оставить электронный ящик, и если какой-то продукт нет на складе, то на ящик вам в первую очередь передает информацию о том, что продукт уже поступил. И компания действительно стоит на месте, все время развивается, вносит какие-то новые перспективы в работу сайта. И, конечно же, даже что касаемо вот прошлого пункта обучения, на сайте тоже есть раздел обучения, где вы можете узнать, как можно работать, да, онлайн, какие-то академии красоты и так далее. То есть это тоже все есть у вас на сайте. И третье, это, конечно же, организовать поток людей. Где брать людей? Действительно, для этого есть тоже отдельное обучение, но у нас с вами действительно большая возможность, где нужно их взять, это и доски объявлений, это и социальные сети, это и Skype. И вы знаете, я думаю, что почти у каждого, кто здесь сегодня находится, кто присутствует, есть свои странички в соцсетях. Вы нашли своих друзей, с кем учились, с кем общались. Ничего сложного в этом, я думаю, не было. Если даже для кого-то было вначале сложно, то сделать один-два раза вы уже этому научились. И вот эта работа, добавление друзья, отправление сообщений и работа с людьми дальше, вот это идет как поток людей. Конечно, здесь не нужно останавливаться, нужно постоянно общаться с новыми людьми. И не должно быть страха, потому что действительно это возможность реализовать свои какие-то мечты. И давайте, наверное, кратко расскажу, в чем же суть и за что платит компания.
то, что я говорила, у нас с вами есть аккаунты, мы знаем, как работать, как приглашать людей. Нужно сменить обычный магазин на интернет-магазин на Reflame. И то же самое будут делать люди, которых вы пригласили, если вы это умеете делать и научите их этому. И, конечно же, рассказывайте о работе в интернет-проекте «Территория роста» и организуйте свои группы этого работы. Компания за это вам будет начислять деньги. За что же платит деньги компания? Любой бизнес, суть любого бизнеса – это создание товарооборота. Чем больше товарооборот, тем больше, более прибыльный будет ваш бизнес. Я думаю, вы с этим согласитесь. Ни одна компания не хочет работать в убыток. И вот один из таких слайдов, как можно быстро и легко создать товарооборот и выйти на одну из ступенечек карьерной лестницы компании Reflame, это уровень 9%. Я скажу, когда я пришла в компанию, то тоже мой выход на уровень 9%, у меня было в структуре вместе со мной 6 человек. Каждый делал 150 баллов. Почему 150? Как это сделать? У нас даже есть специальное обучение, 150 легко. Но, во-первых, 150 баллов автоматически являются частью компьютер-клуба. Это начисление объемной инвестиции компании. Ну и даже у нас в команде, в партнерах есть такое, для того, чтобы организовать товарооборот, нужно уметь делать 150 баллов. И действительно, когда вы посчитаете, сколько денег у вас уходит на то, чтобы на месяц, да, потратить на средства личной гигиены, на ароматы, на декоративную косметику, иногда люди удивляются, что у них уходит даже намного больше, чем 150, то есть продукцию Wellness, которую любят у нас, по крайней мере, и вся моя семья, и детки. Поэтому действительно сделать 150 баллов несложно. И вот здесь вы видите небольшой такой слайдик, да, то есть буквально за небольшое количество времени, видите, что здесь приглашено в первой линии всего 3 человека, да, можно выйти на уровень 9%, при этом иметь 1100 баллов. А какое это развитие ваших доходов директора? Вы видите, что, конечно, как мы говорили с вами, что доход любого бизнеса – это товарооборот. В компании Reflame есть такие единицы, как баллы бонуса, и каждый каталог, делая покупки не только вы лично, но и ваша приглашенная команда, ваши люди, ваши партнеры через свои интернет-магазины, вы получаете объемное количество, общее количество баллов бонуса. Если вы сделали 200 баллов бонуса лично либо по команде, у вас вы получаете скидочку 3%. 6% – это 450. Так вот, знаете, вы видите здесь небольшой доход, он приблизительный, да, плюс-минус. Но я скажу, что уровень 3-6% – это можно рассчитывать, как я вначале говорила, это как испытательный срок. Да? То есть в это время вы строите команду, набираете своих партнеров, развиваете свой интернет-магазин, продвигаете его и получаете такое небольшое вознаграждение от компании. Уровень 9-12%, да, вы видите, там уже больше, это можно рассчитывать как стипендию. Да? То есть здесь небольшое вознаграждение от компании уже, и при этом рост вашей команды. И, конечно же, уровень 22% – это доход от 6 миллионов белорусских рублей. И вы знаете, когда мы общаемся с людьми, которые приходят к нам на собеседование, либо мы общаемся с ними тоже в офисе, многие говорят, что у них средний доход 3-4 миллиона. В компании Reflame уровень 15% – это всего лишь 3000 баллов бонуса. Да, если брать, допустим, даже по 100 баллов, это всего 30 человек в вашей команде, и у вас вот такой доход. Но вы знаете, хотелось бы тоже вас обратить внимание ваше на то, чтобы вы не делали акцент на собирание только баллов бонуса, а самое главное, чтобы вы делали акцент на поиск бизнес-партнеров. И только тогда у вас будет быстрорастущая стабильная структура, когда у вас есть ваши единомышленники, ваши лидеры, ваши ключевые партнеры, вы вместе будете развиваться, расти, и на уровне 6-9% это у вас должно быть 4-5 бизнес-партнеров. На уровне 12-15% их будет где-то 7-8. Конечно же, на уровне старшего менеджера у вас должно быть 25-30 ключевых бизнес-партнеров. Кто такой ключевой бизнес-партнер? Это человек, наверное, ваш будущий, вернее, это лидер, но ваш будущий директор, который будет идти с вами в одну сторону, скажем так, он будет развиваться, он будет расти. Я думаю, что когда вы его встретите, вы сразу почувствуете, что это ваш ключевой бизнес-партнер, потому что я думаю, что он не будет давать вам стоять на месте, сидеть на месте, он будет самостоятельно принимать какие-то решения, там, создавать какие-то блоги, что-то вас постоянно, какую-то информацию спрашивает. То есть вы будете видеть, что этому человеку интересно расти, развиваться, что он не ждет, когда вы что-то сделаете для него, а примет ответственность на себя за тот бизнес, потому что это именно его бизнес, и будет только вас просить помощь, обучение, да, я думаю, что будете сам еще обучаться к тому же. И, кстати, до директора, когда вы продержите уровень старшего менеджера 8 каталогов и 17, вы директор компании Reflame. И
И именно с этого момента начинает выплачиваться уже премия от компании. Первая премия, она составляет $1000. Есть еще промежуточно, да, нужно добавить еще это старший директор, премия $1500 и так дальше. Я не буду сейчас повторять всю таблицу, вы ее сами видите, вычисленный доход в месяц, премии, которые начисляет компания. Но действительно, когда вы сами стали директором, я думаю, что вы уже легко научите человека, тех людей, которые пошли за вами, активных бизнес-партнеров, тоже становятся директорами в вашей команде. И очень радует то, что можно не просто одному расти, здесь нельзя расти одному. Помогая другим, ты растешь сам. И при этом, когда вы помогаете другим, одновременно происходит и ваш рост групповых баллов в команде, ваше звание и так далее. То есть все зависит только от вас. Вы знаете, здесь самое главное, наверное, принять ответственность за то, что это действительно ваш бизнес. Это только от вас, не от вашего спонсора, не от вашей команды зависит, каким будет результат. Ваша задача спланировать, выполнять активные действия и, конечно же, обучаться, то, о чем мы говорили сегодня в самом начале. И вот карьерная лестница успеха компании Reflame. Вы знаете, наверное, самое главное не просто расти по карьерной лестнице, да, а самое главное, наверное, расти еще головой. Вот то, о чем мы говорили, обучение, которое дает вам возможность действовать по-другому, смотреть на какие-то моменты в работе, в жизни. И даже если, когда вы растете головой, даже если вы где-то упадете с какого-то уровня, да, не удержите, я думаю, что очень, ну, я даже уверена, что очень быстро вернетесь и будете расти дальше, потому что уже больше просто не сможете быть на том уровне, на котором вы оставались. И действительно, ваш уровень зависит только от вас. Но для того, чтобы идти по карьерной лестнице, что нам дает еще компания Reflame? Почему тоже мы взяли для себя компанию Reflame как основу? Потому что компания Reflame дает возможность не просто развиваться, расти, получать европейский доход, но к тому же дает возможность путешествовать. И сейчас уже с уровнем менеджера есть возможность отправиться в путешествие на конференции компании Reflame. Они проходят в разных странах. Здесь видите лайнер, почему это был 2014 год, да, но уже в следующем году, я думаю, что большинство из вас знают, что именно в 2017 году будет юбилей компании 50 лет. И компания отправляет своих лидеров, это 6 тысяч человек, на двух лайнерах 6 звезд, на потрясающий круиз, отдых. И действительно, там есть возможность пообщаться с успешными людьми. Там есть возможность увидеть компанию Reflame совсем в другом свете. И я думаю, что даже менеджеры, которые едут на менеджерскую конференцию, когда едут к менеджерам, возвращаются далеко не менеджером, а менеджер с головой директора, и действительно быстро растут и развиваются. Потому что общение с успешными людьми дает возможность самому быть успешным, развиваться, если вы принимаете во внимание все те моменты, которые прошли на обучение. Компания Reflame – это единственная компания, которая отправляет своих лидеров отдыхать бесплатно, то есть счет компании оплачивается. И кроме того, неоднократно конференции компании Reflame были награждены наградами как лучшее мероприятие, проведенное за год. Компания Reflame, при закрытии звания директора, компания Reflame отправляет вас на банкет директоров. И вы знаете, почему-то раньше мне казалось, что для людей признание не очень важно. Но сейчас я вижу, что каждый день, когда людей поздравляют на сцене, насколько для них это большое, наверное, удовольствие и чувство гордости за себя, когда они стоят на сцене, достигнув тех уровней, тех званий, которые они хотят. Банкет директоров у нас проходит ежегодно в городе Минске. И уже в эти выходные, 3 июля, наш лидерский состав директоров поедут на этот банкет. Я думаю, они в предвкушении какого-то чуда, интересных и желаемых эмоций, потому что компания действительно заинтриговала, где будет проходить, да, мероприятие. Это всегда действительно потрясающие залы, это какие-то интересные места. Это красные дорожки, это шикарно накрытые столы и это признание на сцене. Да, в День независимости Республики Беларусь, это тоже очень интересно. И уже 2 числа, 2 июля, мы, многие из вас, я думаю, что мы встретимся на мегафоруме компании Reflame. В преддверии банкета будет возможность пообщаться с интересными людьми, с Владимиром Полежаевым, топ номер один мира, с Ольгой Григорян. Да? То есть это возможность не просто, наверное, окунуться в мир успеха, и если у кого-то еще нет какой-то мотивации, нет уверенности в себе, то вот 2 число – это, наверное, такой самый
такой момент, когда можно получить эмоции и вериться в том, что вы в правильной компании, в правильном месте, и получить заряд эмоций на весь, наверное, год, а предстоящий. И в следующем году уже на банкете директоров стоят в новом звании, может, даже не в одном. И у нас огромное количество людей нашего проекта, проекта «Территория роста», уже смогли осуществить какие-то свои первые мечты. Наверное, я думаю, что у многих новичков, которые приходят, является одной из основных мечт стать закрыть звание директора. И вы видите на этих слайдах совершенно разные люди, разного возраста, разных профессий, разное образование, но это не помешало им достигнуть тех целей, которые они хотят. Директор, золотой директор, бриллиантовый директор, да, вы видите чеки, все реально возможность заработать на свои мечты, почувствовать себя действительно человеком, который не просто поставил себе цель, но еще осуществил свои мечты. И сейчас именно онлайн-проект дает возможность быстро стартовать, быстро развиваться. И онлайн-магазин дает возможность развивать вам свою команду не только в Беларуси, да, это и Россия, страны СНГ. И огромное количество людей сейчас ищут работу. Главное зависит от того, насколько качественно, как вы преподнесете информацию, где вы будете искать этих людей, и как часто вы будете выполнять эти действия. Знаете, один раз я как-то слышала фразу: если нет своей цели в жизни, то приходится работать над того, у кого она есть. Конечно, я поняла ее сразу, но, наверное, не сразу приняла для себя. И сейчас я не хочу работать на чью-то мечту. Я хочу, чтобы осуществлялись мечты моих детей, хочу, чтобы осуществлялись мечты моей семьи. И почему я выбрала Oriflame, почему я выбрала именно проект онлайн «Территория роста», потому что это дает возможность активно стартовать, получать обучение, получать все шаблоны. Ваша задача – просто действовать, просто следовать тому, что говорит вам спонсор, обучаться постоянно, развиваться личностно. И вот тогда вот эти мечты, которые есть на этом слайде, возможно, здесь есть и ваша мечта, они смогут осуществиться. И, наверное, в завершении нашего вебинара хотелось вкратце подытожить вот то, все то, о чем мы с вами сегодня говорили. Что необходимо для того, чтобы активно развиваться в проекте? Первое – это зарегистрироваться в проекте, активировать свою дисконтную карту, свой интернет-магазин, разместив заказик на своем сайте. Потому что если вы сами не умеете делать заказ, как вы научите этому тех людей, которые будут приходить в вашу команду? Вы получаете бесплатный сайт, на котором вам тоже нужно разобраться, как он работает, где проводится верификация, где проводятся заказы, где нужно пройти обучение, где получить подробную информацию о тех или иных продуктах. Выбрать место рекрутирования. Для этого у нас есть у ваших спонсоров YouTube-каналы, либо Skype-чаты, где именно вебинары в записи, да, либо смотрите их онлайн, и выберите тот метод, которым вы хотите работать. Находите новых партнеров, регистрируйте свою команду, стройте свою структуру и обучайте этих партнеров делать то же самое, что вы делали и вы. Когда они начнут повторять ваши действия, если грамотно ваше сопровождение, обучение, то действительно рост по карьерной лестнице не заставит себя ждать. И вы действительно станете успешными, сможете осуществить свои мечты. Но самое главное – понимать, что вас мотивирует. Потому что если у вас нет мотивации, если у вас нет того двигателя, который вас будет вести к достижению своих целей, то, поверьте, вы не будете знать, для чего делать. Каждый день одни и те же действия. Они не сложные, они простые, но их нужно делать каждый день. Мечтайте, ставьте цели, осуществляйте эти цели. И действительно, если у вас еще нет планов, свяжитесь со своим спонсором, запланируйте ваш рост, запланируйте ваши активные действия, ежедневно контролируйте их выполнение. У меня каждый вечер либо утро проходит в том, что я ставлю план, что мне нужно сделать в следующий день, либо в этот день. И каждый вечер эти итоги я смотрю, что было осуществлено. И поверьте, даже иногда ты понимаешь, что не хочешь ложиться спать, если вдруг где-то чего-то не выполнено. Такого сейчас нету, но все равно раньше, когда где-то не хватало времени или чего-то, ты понимаешь, что каждый «сделаю завтра» – это шаг назад от вашей мечты. Да? То есть если «сделаю завтра», то значит не сделаю никогда. Поэтому если вы настроены серьезно, если вы являетесь партнером, вы предприниматель, если вы пришли сюда работать, вы предприниматель, вы должны предпринимать действия для достижения тех целей, которые вы перед собой ставите. И действительно, сделайте шаг к мечте, работайте ежедневно. Вот эти три основных пункта – это создавать личный товарооборот, обучаться и приглашать людей.
И мы очень рады приветствовать всех, всех, кто сегодня впервые был у нас. Мы вас приглашаем в наш проект «Территория роста» для отличного роста дальнейшего, для осуществления своих мечт, чтобы вы смогли уже в дальнейшем проводить обучение для своих команд, а гордиться их достижениями, их успехами и осуществлением своих мечт. У меня, наверное, все на сегодня. Очень рада приветствовать всех в сегодняшнем вебинаре. Вам хорошей ночи и ждем вас завтра на обучение в 20:00 час успеха, который будет проводить золотой директор компании Анна Козловская. Всем хорошего вечера.